Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che un cessate il fuoco potrebbe essere mediato con l'Ucraina se Kiev rinuncia ai suoi piani di adesione alla NATO e ritira le truppe da 4 regioni annesse da Mosca. Українські війська повинні бути повністю виведені із Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорізької областей. Причому обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, Putin ha rilasciato queste dichiarazioni durante un discorso al Ministero degli Esteri russo a Mosca. I funzionari ucraini e della NATO hanno respinto la proposta, affermando che non si tratta di una vera offerta di pace.